четырехсерийный фильм «Цыган» впервые оказался на экранах 18 августа 1980 года. Сериал мгновенно завоевал популярность в СССР, но слава не принесла исполнителей главных ролей удачи. 70-е годы многие поклонники считают периодом расцвета отечественного кино. И действительно, в то время выходило невероятное количество крепких картин, до сих пор не забытых зрителями. На таком мощном фоне из конкурентов четырехсерийная драма «Цыган» могла легко затеряться. Все-таки сюжетная линия довольно необычная, да и главную роль исполнял артист, который не мог похвастаться массовой популярностью. Вот только сама картина оказалась настолько сильной, что ее бурно обсуждали как советские домохозяйки, так и их мужья. Тут была и история любви, и эхо войны, и приличный накал страстей.